Всем огромный-преогромный привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. И, как всегда, огромная благодарность каждому, кто смотрит меня, комментирует. Также спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки и за то, что подписываетесь. Ребят, ну что, наверное, начнем мы уже про стрим или стрём, как любите вы называть часто в комментариях. И да, я посмотрела, но, знаете, это был такой стрим, скорее всего, просто для поздравлений. И там не обсуждались конкретно никакие вопросы. Наверное, только единственный вопрос, который обсуждался, это такое кратко, что про бабу Галю, что там со светом, потому что вообще последнее время нам говорили, что только какие-то женщины приходят и, в общем-то, больше ничего. И получается, тут уже сказали, что купили якобы какую-то справку. Вернее, не купили, заказали. И, в общем-то, там дальше, как Андрей сказал, да будет все нормально. Каждый раз он так говорит. Но, слушайте, столько времени уже прошло, и никак ничего не сдвинется с места. Ну, будем надеяться, что будет все нормально. А вообще, да. День рождения они прям отпраздновали круто. А вообще, да, рекламу они мне на стриме сделали хорошую. Я даже заметила по своим подписчикам, потому что они прибавились. И мальчики так уже часто повторяли вишенка на торте, что, видимо, наверное, это так повлияло мое поздравление, хотя мне многие писали: «Оля, зачем? Зачем ты это? Это поздравление как бы не к месту». Слушайте, но они меня так ненавидят и считают меня таким врагом, и я только не понимаю, почему. Как можно считать врагом человека, который, ну, просто, скажем так, указывает на ошибки, критикует, и при этом не оскорбляет, послушайте. И я вот не знаю, почему меня так ненавидеть. Но, видимо, из-за того, что я их поздравила, они даже решили торт купить с вишенкой. И полстрима они вспоминали вишенки. Но заметьте, вот я их как бы и не пыталась как-то оскорблять, там, унижать. Ну да, критика есть, у меня всегда есть. Критика есть такая, где я прям, знаете, сильно возмущена. Но здесь это такое поведение безобразное для взрослых мужиков, троих мужиков. И, знаете, поведение было такое, что они очень сильно боятся женщин. Ну, это именно так выглядело. Потому что, да, типа они когда в кучке, они смелые. И да, вишенка, я ее так съем, он ее приподнял, фу. Слушайте, это так выглядело. Не буду даже говорить, как. Потом они даже дыню вспомнили и в чате прочитала. Ну, молодцы, и Иру пропиарили кубанскую, тоже хорошо. Весь стрим пиарили нас. Ну, молодцы, как-никак, а пиарили. Я даже, видите, сказала: молодцы. Ну да, конечно, как и праздничный какой-то стрим на день рождения, там, естественно, были поздравления. Но некоторые, даже мои подписчики, да, сдерживались, не писав гадости. Ну, я тоже так считаю, что, ну, зачем, ну, день рождения, ну, празднуйте на здоровье, ну, что уж вам мешать, вы вышли специально, наверное, чтобы поздравили Игоря. Ну, мне кажется, единственное, вот этот вот стрим портил Андрей, потому что более-менее как-то все нормально было. Но вот эти вот Андрея, замашки какие-то, и не знаю, как он, так он любит обсудить. У кого широкая морда, у кого красная морда. Но когда ему указали, что: Андрей, ты уже столько типа съел торта, сейчас еще ешь дыню, не треснет. Не треснет ли у тебя морда? Кто-то так написал в чате. На что он прям разозлился. Ну, им же можно, они же у нас такие супер-гиперкультурные, а кому-то, слушайте, нельзя.
И что там еще писали? Почему не было бабы Гали на стриме? Вот действительно, это самая главная героиня, которая подняла им канал. И они вот каждый раз напоминают, что у них 170 тысяч подписчиков. И их так любят зрители. И кто же поднял? Подняла баба Галя. Почему ее не пригласили на день рождения на тортик? Ну и чё, костюм есть, прическу можно было там зачесать, там, по-моему, лак не нужен уже, оно и так там у нее все уложится и будет чубик стоять. Но бабу Галю почему-то не позвали. Интересно, завезут ли ей кусочек тортика, либо Андрей съел его весь, потому что он грозился, что пока я весь не съем, я никуда не уйду. Ну, а что тут удивляться? Ну, в общем, как мне кажется, больше особо такого интересного ничего и не было. Единственное, написали у меня, и я там, видимо, просто пропустила, что они стримы ведут в гараже, что это чей-то гараж. И да, писали, крутой какой гараж. Действительно, слушайте, какой крутой гараж. У меня папа всю жизнь работал, вкалывал, и у него гараж такой, что да. Плакать хочется, но главное, что гараж. А здесь прям такой шикарный, где можно жить. Ну и правда, тоже в бескультуре Андрей свое показал, что говорил, что да, там можно на улицу эти шкурки в кусты выбрасывать. Там же кусты. Ну, а потом удивляемся, почему Андрей говорит, что бабе Гале так удобно жить. В грязи, неряшливой. Теперь я понимаю, почему он так говорит. Потому что, наверное, ему самому тоже так приятно жить. И мусорить, выбрасывать шкурки на улицу не в мусорное ведро, а, в общем-то, в кусты. Ну, знаете, это такие мелочные какие-то моменты. Больше цепляться абсолютно не хочется никому. Стрим на день рождения есть стрим на день рождения, да. И, правда, там говорили, что... Игорь, тебя, наверное, никто в жизни столько не поздравлял, но это так и есть, потому что действительно людей было много, поздравлений было много. И то же самое у меня недавно был день рождения. Я думала, кто-нибудь там напишет, но ничего меня не вспомнили, когда они сказали, что у кого еще в июле день рождения. Ну, я еще сижу, думаю, хоть бы уже меня не вспомнили. И так уже весь стрим мне посвятили, и так ко мне нагнали подписчиков, и так молодцы, хватит уже меня пиарить. Но я и сама, когда вела стрим и вышла к вам на свой день рождения, мне тоже было очень приятно, когда меня столько людей поздравило. И эти поздравления, честно, вот еще, по-моему, вчера или позавчера читала, они до сих пор идут. И это вы просто не представляете, насколько приятно. Возможно, Игорю тоже это приятно. Поэтому, знаете, уже особо как-то ковыряться и цепляться, к стриму не хочется. Ну, потому что карту они не ставили для сбора. Кто-то задал вопрос, почему нету карты. Потому что нету. Ну, потому что вышли просто немножко, как бы, ну, пообщаться, не то слово, ну, а получить просто поздравление. Да, я с этим согласна. Все так и есть. Ну, даже если бы они, наверное, поставили карту, то ничего такого бы не было. И мне кажется, почему нет? Я вот как бы по поводу стримов, если это какой-то личный донат, это да, личный донат. Но когда донат идет на доброе дело, то уже эти донаты нужно действительно тратить именно на добрые дела. Ну или лично передавать тем людям, которым донатят. Ну, в общем, наверное, у меня все, мои хорошие, потому что как бы такого особо интересного ничего не было, что можно было бы обсудить. Ну, пропиарили, пропиарили. В честь меня прямо торт купили. Могли бы купить другой, но купили с вишенкой. Ой, ну и ладно, да, хоть и вели себя там, но ладно, ладно, день рождения, ладно, проехали. Ну, в общем, у меня все, мои хорошие. Всем, как всегда, отличного настроения, добра, позитива, улыбок. Ну и главное, главное, это здоровье. Берегите себя и своих близких. Виртуальные обнимашки каждому. Всем пока!